Алло, такси? Да, пожалуйста, приедьте на Мейпл Роуд и заберите меня отсюда. Всем хай! С вами Юджин, и, друзья, сразу говорю, я подзаболел и записываю этот выпуск на грани смерти. Поэтому лайков сразу поставьте, чтобы мне стало приятней. А сегодня мы с вами будем играть в игру. Как вы знаете, я большой фанат жанра кошки-мышки, когда за тобой кто-то бегает, и вы это точно знаете, потому что вы видели все выпуски по Грэнни мои, которые вот здесь. Короче, этот жанр всегда вызывает у меня бурю эмоций. И недавно я стал натыкаться на видосы про Абунгу. Это такой мем, который гоняется за тобой на картах Гаррис Мода. Я решил попробовать это тоже ощутить на своей шкуре, потому что, опять же, эта штука меня очень завораживает, обожаю. И, кстати, заранее хочу сказать, что у меня есть отдельный канал, второй, где я выкладываю маленькие видосы, двухминутные, с выжимкой из выпусков или с тем, что не вошло в видос. Вот там будет немножко не вошедших приколов из этого видео, которое я сейчас снимаю. Так что переходите туда, ссылка будет на него в описании. Пока я один, здесь никого нету. Он ведь всегда знает, где я нахожусь, да? Он чует меня по запаху. И, кстати говоря, вот, несмотря на то, что этот мем очень смешной и довольно... Как он внезапно вышел из ниоткуда? Вот это круто, вот это мне нравится. Короче, этот мем очень смешной, но при этом он чертовски устрашающий. Этот эффект зловещей долины, который в нем присутствует, мне очень нравится. Надо выйти на открытую местность, на обширную местность, причем, чтобы сразу увидеть, когда он будет приближаться ко мне. Он может просто телепортироваться? А может быть, просто не надо стоять на месте? Может быть, нужно бегать? О, вот он, кстати! Юджин. О, боже. Тебе страшно? Да, сэр, мне ужасно страшно. Ощущаешь безысходность? Да, вся жизнь перед глазами проносится. Ты, наверное, думаешь сейчас, зачем я начал играть в эту игру, а не в какую-либо другую? Да, есть так много классных игр, в которые я мог бы сейчас поиграть. Например, в какую-нибудь игру с красочным, проработанным, открытым миром, где можно развиваться и обрести настоящую силу и стать хозяином положения. Да, где не пришлось бы вот так вот, как крыса, сжаться по углам в ужасе. Например, Genshin Impact. Не слышал никогда о ней. Открой дверь, я покажу. Мы вместе в нее поиграем. Нас с тобой ждут незабываемые приключения в игре, удостоенные награды на TGA 2021 и получившие оценку 9 из 10 на IGN Genshin Impact. Огромный открытый мир с 7 детально проработанными регионами, со своими уникальными культурными особенностями и архитектурой. А персонажи Юджин, они словно живые и самобытные, со своими характерными чертами и историей. Прям как у меня. Да, по-твоему, я так глуп, что открою тебе дверь ради Genshin? Ну, нет, соблазн, конечно, велик, но все же. Юджин, почему, по-твоему, у меня так широко открыты глаза? Почему? Потому что я зашел в Genshin Impact и увидел, насколько прекрасна эта игра. Настолько хороша в ней проработка геймплея. Ты можешь бегать, лазать, добывать руду, рубить деревья, собирать цветочки, плавать и даже планировать. А еще больше мои глаза расширились, когда увидели обновление 3.0. И я гнался за тобой, чтобы вместе поиграть. Начнем с тобой новое приключение в пустыне и оазисе Тайвата. Я, конечно, очень рад, что она тебе так понравилась сильно, но я точно знаю, что будет, как только я открою эту дверь. Будет погружение в новый регион Сумеру, жители которого поклоняются богу мудрости, малой властительнице Кусанали. И мы можем отправиться исследовать тайны Сумеру в образе новых персонажей. И я буду в образе лесного стража по имени Тигнари, а ты будешь стажер лесного дозора Каллей. А еще найдем третьего друга, и он будет в образе непредсказуемой и неуловимой Дори. Как раз третий друг здесь со мной. Гоу втроем, Юджин, выходи. Да, Юджин, гоу играть. Я не открою эту дверь. Ну хватит капризничать. Ты упускаешь такой классный опыт игры с друзьями. У тебя же нет друзей. А теперь будут. О да, будут друзья у тебя. Мы друзьями будем. И вместе в элементальной боевой системе испробуем новый элемент Дендро. О да, Дендро. С ним можно добиться элементальных реакций горения, бутонизации и катализ. Будет весело. Гоу играть. Слушайте, ну вы дело говорите. И игра правда классная. И очень хочется в нее поиграть. Но не с вами. И дверь я не открою. Эх, жаль. Придется нам вдвоем погрузиться в этот чудный аниме. Мир. Что? Аниме? Вы сказали аниме? Я обожаю аниме-стиль! Ты открыл дверь все-таки. А теперь узри. О, боже мой. Ну что, гоу играть. Гоу. И вы гоу с нами, друзья. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду. И не забудьте ввести промокод, который даст вам приятные бонусы. Вот он! Вот он! Бежим! Прыгаем! Он, блин, перепрыгивает вместе со мной! А, нет, он не может перепрыгнуть, хорошо. Бордюры — это мои друзья.
Куда? Оп! Хорошо, я его обхитрил. Очень быстрый. Черт! Обратно! И он зашел и смотрит на меня. Знаете, как коты себя ведут? Они так покоцают свою жертву, а потом такие смотрят на нее. А Бунга? Ты где? Быстрей! Куда? Закрыть! Убежать! Скорее открывайте! Черт, как это нервирует! Церковь! Помолимся Богу, чтобы эта сатана сюда не пришла! Нет, он зашел! Он зашел в священный храм! Врата открылись! Врата закрыли! Блин, я открываю их в итоге! Надо их закрыть! Вот, хорошо! Пожалуй, вот сюда. О, мы на каком-то складе находимся сейчас. А отсюда есть вообще выход-то? Блин, я, кажется, в ловушку забежал. Это же за дерево, стоит ли выходить? О, стоит. А, здесь тупик! Нет! О, боже мой, быстрей! Самое клевое в нем это внезапные появления. Нет. Куда? Вот сюда. Хорошо, он достаточно далеко. Есть шанс скрыться. Закрывай. О, близко. Куда? Он прямо сзади меня. Давай. Ускоряй. Перепрыгнуть. Ага. Что ты теперь сделаешь? Вот! Было бы забавно, если бы можно было реально прятаться в кустах. Но я знаю, что он точно знает, в каких конкретно кустах я сижу и ссусь. Наверное, по запаху. Нужно любое помещение. В любое. О, я в то же самое помещение захожу. Спаси. Любая кнопочка. Есть. Все, угнали. Реально угнали! Есть! Первая победа! Если такой он не побежал по лестничной клетке, сейчас... Что это было? Как это было? Я видел его! Он прям бежит за мной! Скорее! Закрывай! О, крыша! Что мне делать? Я в тупике! На следующую крышу прыгай, давай! Есть! Я смог! Всего лишь 10 хп просрал! Где он? Куда он побежал? Я удрался! Я опять от него удрал! О, вот он! В обход побежал! Он сейчас заберется сюда! А нам нужно на другое здание тем временем! Быстрее бы желательно! Вниз! Стой! Вот сюда! Воу! Блин, это тупик! Какая-то автомастерская! Я думаю, пора заспаунить еще больше. Теперь я сразу от троих! Прыгай через бордюр! Вот так! Не можете, да, ничего сделать? Они не могут пройти через бордюр! Вот! Какой-то там департамент! Да здесь полицейский департамент! Давай! Пустите меня в отель. Давай, уходи, все. Пол — это опасность. Или потолок, или я не знаю что. А, вот сюда, на крышу выходим. О, бассейн. Ну-ка, как они будут себя вести здесь, на этой дорожке? Не надо. Не надо. Ты что? Вызови такси и свали нафиг из этого города. Алло, такси? Да, пожалуйста, приедьте на Maple Road и заберите меня отсюда. Легкотня, я еще двоих заспаунил. Теперь их пятеро. Вот сюда. Поужинаем. Сортир! Кажется, за мной трое. Быстрей! Ой, блин, на бордюрчике! Замедлился на бордюрчике, но выжил. Оп! Отелюшка! Спасите! Опять в какую-то срань иду. Вот сюда. В воду. Вот здесь меня точно никто не достанет.
Нет! Денег. А! Боже мой! Подозрительно тихо. Нам бы на крышу как-то забраться. Вау! Воу-воу-воу-воу! Нет, 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 скорее! Ускоряйся! Ускоряйся! Прыгай! 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 Прыгнул, классно! Вот сюда бы допрыгнуть. Оп! Есть! Во, они прыгают, они... Подсрачник мне такой дали болезненный. Это вообще ничто не спасает, даже за пределы карты убежать не спасает. А, собственно, пытался ли я убежать прямо за пределы карты? Вроде нет. Открывайте. О, спасибо. Ой, зловещий дом, блин. А, здесь тупик. Я, кажется, кому-то из них в дом забежал. Это можно понять, никому бы такое не понравилось. Что-то я никого не вижу, их нету. О, смотрите, офисное здание, и туда можно попасть внутрь. Гоу. Наверх, 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 наверх. Самый верх. Ну ладно. Пора осуществить свой план. За пределы карты. Прям вообще далеко уплыть. Прям в город. О, буёк. У меня есть чем вам ответить. Им насрать! Подорвать проще себя! Нет! Да умри же ты, нет! Решил заспаунить еще целую пачку. Оп! Вот сюда! Есть, есть, есть. Нет, сюда нельзя! Там слишком большой промежуток, нужно пропрыгать. Куда? Куда? Как мне перелезть? Как мне перелезть? Очень спокойно пока что. Мне нужно наверх, на крышу, в мотель. Какие мерзительные постояльцы здесь! Смог! Ушмыгнул! Ушмыгнул! А что вы тут все делаете в этом магазине? Это какое ощущение, как будто это, знаете, такой магазин, в который никто не ходит, и продавцы-консультанты такие ждут, пока я зайду. Заходи, Евгений, заходи. У нас тут скидки. Может, ты зайдешь уже? Ну, раз вы не собираетесь на меня нападать, я, пожалуй, пойду домой, да? Боже мой, как это крипово. Мне вот сюда надо. Оп! Как их много, я только одного видел. Откуда вы беретесь? Оп! Есть! Ага! Я спрятался за бордюрами. Куда? Куда? В здание! Оп! Ат! Закрой! Закрой! Валею. Есть. Да господи, бордюр! Да господи! В частные дома больше не идем. Это ловушка, это смерть. Блин, да где здесь не смерть? О, вот сюда. Есть! Идеально! Есть! Смог удрать! Ага! Давай! Ускорься! Прыгай интенсивней! Прыгай интенсивней! Бордюрами пользуйся! Не в таком смысле! Я достаточно окреп. Спауним больше! Легранде! Легранде, впусти меня! Лестничная клетка. Черт, какие лаги. Нет, нет, нет. А, боже мой, это было прекрасно. Мне очень понравилось. Я думаю, в следующий раз, если вам понравилось тоже, накидайте лайков, кучу комментариев напишите. Я запишу в каких-нибудь других локациях. Ну, это прям супер драйвовая история. Огромное всем спасибо, что смотрели. Напоминаю, что у меня есть отдельный канал с маленькими короткими видосами, с выжимкой из выпусков или с тем, что не вошло в выпуски. Вот, переходите, подписывайтесь, смотрите, наслаждайтесь. Ну, а с вами был Юджин, и всем пять!